Мишенью для нас стал укрытый за бронеплитами Т-80. В моих руках знаменитый, легендарный РПГ-7. Выпущено их было более 9 миллионов штук. Имея такой, при удачном попадании, вы сможете уничтожить целый танк. Мы установили противотанковый гранатомет на специальный лафет. Расстояние до танка порядка 50 метров, и снаряд преодолеет его меньше, чем за секунду. Противостоять реактивной гранате будет комплекс «Арена». Состоит он из трех основных элементов. Прежде всего, это РЛС кругового обзора. Также защитные боеприпасы, расположенные в пусковых шахтах. Ну и, конечно, вычислительная техника, которая всем этим управляет. Принцип работы «Арены» такой. РЛС обнаруживает подлетающую гранату или ракету. Определяет ее скорость и направление полета. После чего навстречу ей выстреливает защитный боеприпас, который, взрываясь, своими осколками разрушает ее, не дав достигнуть цели. Огонь! На выпущенной мной реактивной гранате была установлена кумулятивная боевая часть, способная пробить броню толщиной до полуметра. Скорость ее полета более 200 метров в секунду. Но комплекс активной защиты «Арена» сработал как часы. Здесь видно, как защитный боеприпас выстреливает из пусковой шахты и превращает снаряд в очень красивое всевидящее око.